промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан Сафонов Евгений Николаевич, кандидаты наук, ведущий специалист МГДУ «Балу-Нефть», отдел исполнительного комитета Бабинского муниципального района, директора школы. Мы гордимся всеми нашими выпускниками. Где бы они ни работали, чем бы ни занимались, их знания, опыт, силы служат процветанию нашего города, республики и страны. Тем более отрадно, если выпускники откликаются на проблемы школы. Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить вас, Альберт Валентинович, что вы откликнулись на мою просьбу включить нас в программу капитального ремонта в 2014 году. Посмотрите, как преобразилась наша школа после этого ремонта. Мы благодарим вас, Рамиль Хакимович, за помощь, которую вы оказывали все эти годы в школе. Еще в первый год моего директорства, в 2009 году, я обратилась к вам с просьбой помочь с линолеумом на первый этаж и переход, и вы оказали помощь.